Лето, солнце, новые друзья, первая любовь и ни дня без событий. Первая смена отгремела, в летних лагерях Самары началась вторая. Первый заезд детей прошел без чрезвычайных происшествий и внештатных ситуаций. В лагеря по распоряжению главы города регулярно с проверками приезжали руководители подразделений администрации. В связи с событиями в Карелии особое внимание уделяли организации групповых выездов детей и отдыху на воде. Особое внимание уделено безопасности детей при организации плавания, купания. В трех лагерях «Союз», «Юнус» и «Заря» имеются бассейны. Купание в них проходит в соответствии с требованием. Купание в открытых водоемах не проводится ни в одном из муниципальных загородных центров. В городе составили также реестр всех частных лагерей, баз отдыха, турбаз и санаториев, где отдыхают дети, а территория имеет выход к воде. В ближайшее время их начнут проверять на безопасность. Если в лагерях всегда имеются подготовленные инструкторы, то в этих местах не всегда даже огорожены пляжи, где купаются родители с детьми. И в то же время никаких там инструкторов, особенно на каких-то малых реках, учитывая небольшой уровень воды, практически нигде нет. Точно так же сейчас будем встречаться с собственниками, смотреть, каким образом все это можно поправить. Частные лагеря и базы отдыха впервые подвергаются такой глубокой проверке на безопасность со стороны городских властей по поручению главы Самары. Это городская территория, поэтому нам здесь до всего должно быть дело. И неважно, кто собственник, надо как можно быстрее информацию обработать, пригласить людей, владеющих этими лагерями, и указать им на недостатки, если таковые имеются, с установлением срока исправления. В том случае, если они будут реагировать, значит, надо применять тогда силу власти. В городе череда культурных событий также не заканчивается, особенно для детей и их родителей. В домах культуры и центрах детского творчества творческие коллективы дают отчетные концерты. В музеях работают специальные программы, а библиотеки запустили проект «Библиодворик». Встречаются с читателями на их территории. Размяться этим летом можно на различных спортивных площадках города. В Самаре проводятся турниры разного уровня по футболу, волейболу, боксу и пляжным видам спорта. Марина Матвеевна, Максим Гусев, «События».